А что для вас этот праздник значит? Для нас этот праздник – праздник весны, мира и труда. Заводи его. Тихо, заводи. Нет, у нас еще нет. Ура! Да здравствует мир во всем мире! Да здравствует трудящийся всего мира! Это праздник труда. Понял. В преддверии 9 мая это вообще такое, можно сказать, день, когда мы репетируем. Самое главное шествие к самому великому празднику, Дню Победы. А вы, Татьяна, ходили, когда еще в советское время были? Конечно, ходили? Мы так любили этот праздник. Угу. Всегда колонны, ну тогда колонны-то были гораздо больше, чем сейчас. Все предприятия шли радостно. Да, мы все это ждали. Мы вот 1 мая, 9 мая всегда, конечно, с трепетом в душе. Для нас это был такой праздник для пионеров, когда мы были именно пионерами, октябрятами. Всегда ходили с родителями, сами, со школой, в колонны. Очень интересно. Много чего-то не то, да? Пойдешь по нам? Я потом придумаю. Будет коммунист. Наши кровь. Наши кровь. Наши кровь. Наши кровь. Наши кровь. Наши кровь. Наши кровь.
Да здравствует Алдошина! Ура! Какой округ самый трудолюбивый? 8-й, конечно же, мой округ. Все молодцы, все выйдем, я надеюсь. Во всяком случае, я узнаем после, какой округ самый трудолюбивый. Слушайте, не выходите в 8-й округ, выходите на субботники. Не пишите мне в сетях, что я только должна выйти. Давайте все вместе. Реально 300 человек. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Добрый день, дорогие друзья и уважаемые жители и гости города Кингисеппа! Мы рады приветствовать вас в этот теплый, праздничный, солнечный день, который сложил в себя сразу два мероприятия. Это день Святой Пасхи, дорогие друзья! Поздравляем вас с этим! И, конечно, ежегодно месяц май начинается праздником весны и труда, который раньше назывался Днем международной солидарности трудящихся. Теперь мы его отмечаем, этот день, как праздник 1 мая. В протяжении целого века 1 мая остается во всем мире. Сегодня мы, самые активные и самые патриотичные жители Ленинградской области, собрались сегодня на праздник, посвященный труду. Привет, молодежь! Всех с праздником! Спасибо большое за отличную погоду, хорошее настроение, за громкие и звонкие голоса. Я от имени руководства нашего района поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам хорошего весеннего настроения, задора. И вы знаете, вы самые лучшие. Вперед, Россия! От председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина. Дорогие земляки, 1 мая мы все традиционно отмечаем праздник весны и труда. Этот день олицетворяет собой стремление человека к созиданию, миру и благополучию. Он служит отправной точкой для хороших начинаний и интересных перспектив. Праздник объединяет всех, независимо от профессии, кто любит свое дело и каждый день трудится на благо нашей Ленинградской области. И еще раз напоминает нам, что только трудом создается все лучшее на земле. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть ваш труд всегда будет плодотворным и радостным. С праздником! Всем добрый день! Добрый день, уважаемые гости, уважаемые жители Кингисеппа! Позвольте от лица молодой гвардии, от лица молодежи поздравить всех вас с праздником весны и труда. Сегодня у нас с вами замечательная погода. И хотелось бы от лица молодой гвардии в первую очередь выразить слова благодарности Кингисеппскому району за то, что поддержали инициативу нашей молодежи и приняли сегодня здесь нас всех на территории вашего гостеприимного района. И сегодня, я думаю, меня молодежь поддержит. Сегодня молодежь – это те, которые через несколько времени, через некоторые дни будут нести ответственность за будущее наших городов, нашей страны. Согласны?
А сейчас... Ура! Отпускаем, друзья, отпускаем! С помощью закона после осенних выборов писан для госслужащих 60 для мужчин и 55 для женщин. А пенсионная реформа в 60-е годы отметила отдельные категории работающих и сократила для тяжелых условий труда выход на пенсию, рабочее время сократило до 55, некоторых 50 стали уходить на пенсию. И обозначила особые условия в районах Крайнего Севера и приближенных к ним. После развала Советского Союза повернул политику в отношении трудового народа на 180 градусов. Так вот, во Франции начали не с того, чтобы повысить пенсионный возраст до 65 лет, а они увеличивают время рабочее. И еще раз всех вас поздравляю с праздниками, с праздником Светлого Христа Воскресения и с праздником Днем 1 мая. Будем идти к тем событиям, которые приближают, как сказал наш один известный человек, ту самую божественную справедливость. Нам быть надо более внимательны друг к другу, солидарны друг к другу. Поэтому против народа, как говорят, не попрешь. Будет посажена вся страна на голодный поёк. И народ еще раз, воровали. С праздниками, а то, что как работает наша администрация, вы ходите по дорогам, смотрите на дворы, и все. Вы думаете, что дворники много получают? Нет, они получают тоже 7-8 тысяч. А сами знаете, что это такое собирать ту грязь, которую мы разводим сами. То есть, как говорится, продается колбаса, которая рядом с мясом не лежала. Поэтому с праздником, товарищи, всем здоровья, успехов во всех делах, даже дачных, где более-менее продукты нормальные. Александр Павлючев, дороги делают ямочным дырочным ремонтом, они пропадают просто. Зима проходит, проходят дороги, все. Что можно сказать? Колеи набиты этими легковыми машинами на дамбе, на Пулковском шоссе. Легковыми машинами набиты. Из чего делают асфальт? Я вообще не понимаю. Александр Владимирович, скажите, вот кто сегодня участвовал в этой демонстрации? Партии или не партии? Вообще, что сегодня происходило? Все желающие. У кого было желание поучаствовать сегодня, пройти по нашему городу, поднять себе настроение, зарядиться энергией, все могли прийти, поучаствовать. Политические партии – это одни из организаторов. Вообще все желающие могли. Угу. Но больше всего «Единой России», как мы видим. Молодежь, да, Ленинградской области приехала, Кимисевского района. Угу. Да, молодая гвардия, скажем так, дала самую большую явку. И руководство молодой гвардии тоже в Ленобласти, да, было? В городской области. А что бы вы пожелали вообще кингисепцам? Мира, счастья, здоровья, любви, чтобы наши семьи всегда жили в достатке и в благополучии.